Це соль дідів. Це воска кусок. Ключ. Ключ старенький. Коробочка. Коробочка щось. Це коробочка щось давня, по-моєму. Так, да, це давня. Якась імпортна вона. Посмотримо, що здесь внутрі. Англійська якась. Це, наверное, може бути навіть ленд-ліз. Мечики, сверла. Да, интересно. Коробочка. Канцер. Отвертка старинная. Ну, интересно. Ну, там воно та сторона не відкривається, бо воно вже вгрузло. Ну і хто його. Тут темно. Я фонарика не взяв. Принесли тут фонарик. Зараз будемо смотреть, що здесь. О, а тут вещи інтересні. Це Bosch. І доволі таки коробочка старинна. Bosch, что ж здесь в этом Bosch? Ага, это инструмент. Интересная коробочка. Это, по-моему, старинная коробка. Так, что еще есть? О, какой-то бокс. Любой Ваня, что это за бокс? Это, я вам скажу, бокс интересный. Это хирургический инструмент. Скальпели. Все батьковские, наверное, ваши, да? Ну, конечно. Да, и очень интересные вещи. Это ж батьки, то, что вы тогда мне давали этот... шприц. И это же с этой же оперы. Ну, можешь взять, как куда-то бы не было. О, спасибо, Любовь Ивановна. Тут, тут еще один такой. Интересные вещи. Это все медицина. Да. Тут инструментик. Дедушкин. Интересный. Классный. Что у нас сейчас? Зеркало. Зеркало с какой-то машины. Какой-то машины. Надо выяснить. Я такой даже и не видел. Тут какая-то есть. 3 рубля 80 копеек. Маркировка. Да, с какой-то машины. Походу 60-е года. 60-е года это точно. Это, наверное, может из вашего москвича. Да, може. Да. Ну, москвич ми продали, ну, може, була запаска. Да, може. Так, а може, ми... да, може, другі поставили, да. А це оставили. Да, да. Небольшой обзорчик. То, що знайшов за сьогодні. Ось таке інтересне зеркальце. Це москвич 407-й чи 8-й. Оце з нього фонарь. Что самое интересное сейчас впереди будет. Вот это вот бутылочка медицина. Как Любовь Ивановна каже, она и батька был доктором, и маты тоже. Прошли всю войну. А вот два бокса. Карболитовые. Ордена Ленина. Завод Красногвардеец. Вот. Но тут а в одном... В одном вот инструментики. Это у нас скальпель. Это тоже такой интересный скальпель.
Тут всякие тут инструменты медицинские. Что за инструменты, не знаю. Наверное, хирургические какие-то. Какие-то хирургические инструменты. В этом я не разбираюсь. Очень интересно. Старинные. Старые, вернее. Это еще импорт какой-то. Ленд-лиз, скорее всего. Что-то тут было. Вот, что у нас тут еще. Пилочка какая-то. Что-то пилять. Долото. Кости долбить. Это тоже какой-то ковырялочка. Вот еще один скальпель. Интересный такой. Какая-то ложечка. Вот так. Вот это карболитовый. Еще тут серп молот. 65, наверное, 65-й год, скорее всего. Вот еще один бокс, такой самый. Тоже карболит. Но тут инструмента уже нету. Как его открыть? А, ну тут, тут вот что. Тут слесарный инструмент. Надфилечек. Две лерочки. Сверлышки. Так вот, по-слесарному, короче говоря. Как-то так. Очень интересно, конечно. Сохранилось, а у стариков не выбрасывали. Где ты сейчас такое найдешь? Все почистим и в музейчик. На экспозицию по медицине.